Почтовые рассылки вредны, когда их посылают вам, и полезны, когда их отправляете вы. На самом деле почтовые рассылки остаются одним из важных маркетинговых инструментов. И сегодня мы посмотрим на сервис SendinBlue. Достаточно приятный, понятный и удобный сервис рассылок. Одним из важных отличительных особенностей его является еще и то, что тут есть бесплатный тарифный план с ограничением в 300 писем в день. А это, кстати, не так мало и зачастую покрывает запросы средней НКО. А если не покрывает, то можно разбить рассылку на несколько дней. Тут есть двухфакторная аутентификация прямо на старте, ну и письма не попадают в спам, это еще один плюс, причем важный. Итак, интерфейс, как я сказал, достаточно приятный и в целом все понятно, но тут есть ряд нюансов, о которых нужно рассказать, поэтому зайдем с конца. А именно сразу запустим кампанию. Название кампании, как всегда, благотворительная ярмарка и поля, от кого кому, subject и дизайн. Зайдем в дизайн, последний пункт, собственно, у нас пока нет базы контактов, но тут при заведении контактов нужно понимать один нюанс, поэтому я, собственно, с конца и начал. Так, тут есть шаблоны, но, как всегда, можно начинать с чистого листа и делать все самому. Ну, в общем, понятно. Блоки, в данном случае только текстовые, которые вы можете редактировать. Инструментов редактирования достаточно много, плюс вы можете вставлять собственные блоки. Вот, например, social media. Вставляете и заполняете. Ну и фотку, например, можно вставить. Загружаем New Upload. Давайте вот такую красную кнопочку вставим. И Insert. По умолчанию она занимает 100%. Давайте в пикселях укажем. Ну и тут другие настройки, в целом все достаточно понятно. Собственно, о чем я хотел рассказать. Персонализация. Дорогой клиент, конечно, можно использовать, но лучше обращаться по имени. И тут есть такая возможность. Вместо Customer мы вставляем персонализацию. А именно, нам нужно, скажем, First Name, то есть имя. В случае, если пустое, пусть будет нейтральное подписчик. Все, он вставил переменную из списка контактов. Поэтому я, собственно, и начал с этого. Даже не из-за имени, тут-то все понятно, а из-за дорогой. К сожалению, дорогой — это не гендерно-нейтральное обращение, и нам нужны разные окончания в зависимости от пола. Идем настраивать. Контакты пока один, и вот у него есть поля. Уже хорошо, значит, мы знаем, где он берет значение переменных. Давайте заполнять, но сначала, наверное, лучше добавить список. Рассылку вы отправляете по списку или спискам. Если у вас бесплатный тариф и больше 300 контактов, можете как раз разбивать списки по 300 человек и рассылать в разные дни. Так, добавлять контакты по одному просто, но понятно, что никто этого делать не будет. У вас почти точно есть база, и значит, нам нужен импорт. Загрузить CSV и так далее. По CSV и скринкаст ссылка в описании. Но под рукой у меня базы нет, поэтому сделаем копипаст. В принципе, то же самое. База — это значение, разделенное запятой. Скажем, у нас есть email, имя и странная литера M. Создаем базу в такой последовательности. Кстати, вы знали, что в адресах Gmail можно добавлять точку в любое место, и это будет формально другой адрес, но придет к вам. Так вот, одному из контактов по имени Жанна мы литеру M после запятой не добавим. Сейчас все поймете. Хотя, я думаю, большинство уже поняли. И начинаем объяснять, что есть что в нашей базе. Это email, это first name, а вот это у нас, ну я в принципе уже заводил гендер, но сделаю заново. А это у нас давайте добавим новый атрибут. Текстовый, тут есть разные, и назовем его, гендер я уже добавлял, поэтому давайте назовем female. Все. Добавляем в список подписчики. А вот он все разбил по столбцам и возвращаемся к нашей рассылке. Значит, ой, убираем и пошли создавать переменные. Продвинутые, значит, так. Если поле female, тут можно contain, но выберем равно. Равно M, букве, которую мы подставили в базе данных у мужчин, то вставляем ой. В противном случае, а я. Окей. Переменная if else готова. Ну и все. Заполняем от кого. Кому, то есть выбираем список.
и добавляем subject. Все заполнено, можно посмотреть и протестировать. Можно, кстати, тестовое письмо отправить, бывает полезно. А можно сразу запускать рассылку. Сейчас, либо назначить время. Или выбрать лучшее время, но только на платном тарифе. Отправляем сейчас. Тут есть статистика, сколько получили, сколько открыли, кликнули и отписались. И идем смотреть, что пришло. Пришло, кстати, достаточно быстро, где-то через минуту, и пришло примерно следующее. Владимиру пришло «Дорогой Владимир», а Жанне пришло «Дорогая Жанна». Что и следовало доказать, точнее осуществить. Ну, в общем, нужно это не всем, но тем, кому нужно, я советую Sendinblue. Вполне себе качественная и недорогая, а местами даже бесплатная платформа. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.